Член фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Гагик Мелконян уверяет, что якобы в ближайшее время официальных встреч в Москве не планируется. Что касается встреч в целом, то они должны быть, потому что есть вопросы, связанные с демаркацией и делимитацией границ. Об этом пишет газета «Жохавурт». Депутат отметил, что Азербайджан получит дорогу в Нахчеван через территорию Армении. Мы называем это дорогой, они называют это коридором. Как мы теперь въезжаем и выезжаем из Карабаха? Они должны иметь возможность сделать то же самое, у них должна быть дорога Азербайджан-Нахчеван. Как пишет газета, правительство Армении не только соглашается с тем, что Азербайджан получит дорогу в Нахчеван, но и не уверена, что армянская сторона будет контролировать эту дорогу. Более того, азербайджанцы смогут легко и спокойно проезжать по вышеупомянутому маршруту. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.